Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Пестрецов Шоп, и сегодня у нас на распаковочке еще посылка с AliExpress. Честно говоря, я даже не знаю, что там пришло, не могу понять. Ну, наверное, что-то интересное. Давайте откроем и посмотрим, что же там внутри. Я все знаю, что это. Так, там у нас больше ничего нету. Я заказывал для своих объективов новые чехлы. Честно говоря, я уже от этой компании один чехол уже как бы использую. Описание. Неопреновый чехол для объектива камеры. Мягкий водонепроницаемый чехол для объективов видео и фотокамер. Полноценные размеры SML. Сумка из неопрена, водонепроницаемый. Этот мягкий неопреновый мешок обеспечивает безопасность объектива камеры. Внутренний ударопрочный мех обеспечит дополнительную защиту. Подходит для большинства цифровых зеркальных фотокамер. Короткий мягкий пух, который бережно заботится о ваших линзах и не повредит их, даже если объектив лежит без крышки объектива. Крепится на шнурке, обеспечивает больше места в вашей сумке. Вот, решил заказать на все размеры. Очень удобные такие чехлы. Но это очень большой, наверное, все-таки. Это для чехла, наверное, 70-200. Да, скорее всего, так оно и есть. Достаточно объемный. Хотя сюда и 24-70 влезет. По поводу самого чехла, да, здесь у нас внутри бархатистая такая поверхность, очень сделано интересно. Его можно повесить за карабинчик на пояс, вот, и на шнурочке он затягивается. То есть, если у вас какие-то там есть погодные явления, да, вы можете все это затянуть, и очень будет удобно. То есть, достаточно маленький, достаточно такой практичный. Вот почему я их и заказал, потому что, ну, они мне нравятся, и по качеству они очень неплохо выглядят. Вот, так что вот такие вот дела. Заказал я их 3 штуки, и есть у меня и 4-й. По сути, для всей линейки всех объективов то, что есть. Это вот у меня для полтинника будет совсем такой маленький. Вот. Причем, скажем так, когда они просто хранятся, да, я объективы храню в оригинальных кейсах, куда-то еду, и мне не нужно там брать с собой миллион сумок. Я вот стараюсь брать какие-то маленькие такие чехлы, все, чтобы они тоже защищали. То есть это достаточно удобно, достаточно, я сказал, практичные такие. Еще вот можете внутри посмотреть, как все это выглядит. Все прострочено везде, вот этот вот бархат, все очень удобно, все как бы, знаете, ну так вот, как бы так лаконично и просто. Вот, вот такой вот маленький обзорчик, ссылочку на магазин я оставлю, конечно же, в описании. Так что, друзья, если кому-то понравится, вы заказывайте, не пожалеете, хочу вам сказать. Так что вот такие дела. Ну что ж, друзья, кому понравился мини-обзорчик, ставим лайки, кому не понравился, дизлайки. Если у вас будут какие-то вопросы, дайте мне знать.